Так, всех приветствую на всех языках мира. Как говорит у нас один известный спортсмен, молодой. У него, правда, голос такой. Всех приветствую на всех языках мира, как и на нашей священной земле наших предков. Знаешь, наверное, да? Скорее всего. Рома Ногай, да, знаем таких. Ну, ассалам алейкум, брат Рамиль. Алейкум ассалам. Вот, сегодня я попросил тебя об интервью, потому что, ну, смотри, я снимаю видео, выпускаю это видео, да, и каким-то образом про нас узнали крымские татары. Ну, в принципе, они знали про нас, но в то же время при этом возникло, при узнавании возникли очень большие проблемы, что со стороны крымских татар, что со стороны наших ногаев тоже. Все ногаи знают, потому что у многих у нас даже происхождение с Крыма, вот, например, со стороны моей жены, к примеру, их пока их род вышел из Крыма, например. И очень много таких практически. И из-за этого возникают какие-то проблемы. То есть ногайцы уверены, что это крымские татары, это ногайцы. Просто они неправомерно по исламу назвались крымскими татарами. Вот. Ну, множество других проблем можно перечислить. То, что наши ногайцы претендуют на историю крымских татар, крымские татары претендуют на историю ногайцев, допустим, что-то такое. Вот. Но мое мнение и мнение большинства ученых, там, допустим, да, тех, которые хотят мира, дружбы, жвачки, будем так говорить, между нашими народами, давай, пока я не буду говорить свое мнение, обращайся ко мне и к зрителям так, как будто мы ничего не знаем. Почему? Потому что ты молодой ученый, как говорится, не просто ученый, а еще и частично политик. То есть нам нужно сейчас как-то выстраивать политику для того, чтобы мы как-то сблизились с нашими братьями, с крымскими татарами. Если позвольте, сразу небольшая ремарка. Я политик только в каком плане? Только вот в рамках науки. То есть я не имею отношения к политике. Я хочу посмотреть несколько отстраненно. Да? То есть наука вообще, она смотрит отстраненно, она изучает явление. Вот. Но когда говорим о политике, здесь, наверное, правильно говорить об этнополитике, да, о взаимоотношениях двух народов. И вот, да, на самом деле нас очень много связывает с Крымом исторически и с крымскими татарами, с братским крымско-татарским народом. Но, к сожалению, эти связи, они во многом, да, были оборваны, они были утеряны. И поэтому, да, спустя вот годы, десятилетия, даже века, когда мы пытаемся заново наладить эти связи, возникают какие-то недопонимания. И, естественно, отсюда проистекает необходимость решить эти проблемы. Что связывает Крым и ногаев? Вот ты сам, да, Бекболат Агай начал с этого вопроса. Крым и ногаев связывает история. Мы знаем, да, то, что улус ногая хана Беклербека, да, он находился именно, начиная от Дуная, от Придунавия, да, вот, на территории нынешней Румынии, включал в себя и Крым, степи Северного Кавказа и вплоть до Яйка. Самое интересное, последнее вот исследование по государству Ногая и по борьбе его с Тахтой, они вот именно, да, в Золотоордынском обозрении есть Порсин, они говорят о том, что земли Ногая, они распространялись достаточно широко, доходили до Яйка. Более того, когда одно из генеральных сражений между Тахтой и Ногаем было, пароль, который использовали приверженцы Ногая, был Эдиль-Яйк. Итиль и Яйк, да, ну, здесь имеется в виду Волга и Урал. Вот. И здесь, да, вот самое начало этногенеза ногайского народа. Кроме того, да, ты правильно подметил о том, что на самом деле многочисленные шежире родословные, даже не ногайские, только лишь, а вот именно башкирские. Я здесь хочу подчеркнуть, не столько ногайских, сколько башкирских, хотя на самом деле и в ногайских преданиях, да, Крым выступает как некая прародина ногаев. У каракалпаков, да, близкого родственного народа, откуда пришли? С Крыма, с Кавказа. Опять-таки, да, будем говорить о родственных нам кыргызах, кыргызский братский родственный народ, тоже
определенные рода, которые связывают свое происхождение с ногами, они приходят с Черного моря, с Крыма, да, это ичкелеки, которые проживают в Новокавказском районе, среди них есть небольшая группа, которая помнит об этом. Часть узбеков, да, тоже помнит о том, что прибыли с территории Черное море, это Крым и так далее, да, у родственного казахского народа, да, даже знаменитый цикл получил название «Кыр-Крым». Да, Батырлер, 40 крымских богатырей. Вот, и вот даже Жыксылкмураш Сабитов, он связывает вот это именование Ногай, именно, да, с ханом Ногаем, именно с Онсан-Крым. Да, Онсан-Ногай, это как бы синонимы. Вот. Почему, например, мы, да, в ногайской памяти, да, этнической, не настолько это, например, ярко продвигается. Возможно, имеется в виду, да, каким-то замечается, возможно, причину стоит видеть в том, что, ну, помнит ли младенец о себе, да, в первые годы существования? Нет, не помнит. А вот братский башкирский народ, он для нас сохранил эту память о приходе с Крыма, с Кубани, с Кавказа. То есть все шежере как один. До, я подчеркиваю, до образования мангытского юрта они говорят о том, что вот именно с этой территории переселились. Если уже говорить о, еще пару слов об Эдыге, да, Эдыге тоже достаточно тесно был связан с Крымом. Супруга вот Джинеке ханум, она в Крыму похоронена, и сохранились даже монеты, да, эпохи Эдыге, которые бились в Крыму. Понятно. Ну, насчет того, что у нас ногайцев не сохранилось, это, конечно же, ну, сохранилось, но мало количества, это тоже неправильно, потому что у ногайцев, я-то уж точно знаю, со стороны моей жены, например, все родственники, и молодые, и старые, все помнят, что они с Крыма, к примеру. Проблем нет. Есть у нас даже Хара Ногай, есть род Кобанши, они помнят, что они с Кубани. Так ага. Что связи не потеряны абсолютно. Это как бы даже отдельный род получился Кобанши. Ну, я это прекрасно понимаю. Мы сейчас просто говорим о более древнем периоде, да. Самый древний период, это даже до образования мангытского юрта, я вот об этом сейчас говорю. А так, конечно, почему, кстати, скорее всего, эти более древние пласты, их как бы, так скажем, не то чтобы их нет, они есть, да, но почему у других народов сохранились? Потому что, например, я же говорю, башкирский народ на тот момент, это уже сформировавшийся народ, да, я же говорю, взрослый дядя, который смотрит на малыша, лучше понимает, да, что было, и рассказывает ему потом. Как раз-таки в преданиях у башкирского народа те кыпчаки, кто последовали за Ногай-ханом, получили название Ногаев, да, те, которые, опять-таки, пришли с Крыма, с Кубани, с Кавказа. И здесь вот эта связь очень тесная, конечно. Интересно еще здесь и то, что генетически, да, генетические исследования, это и Балановский, это и Схаляхо, да, и Акджаян, все это есть в свободном доступе, они показали, что максимально близкие две популяции, которые практически одни и те же, так, допустим, исторические вехи проходили, да, то есть очень похожие между собой, практически идентичные. Это так называемые степные крымские татары, которые, да, субэтнос крымско-татарского народа Ногай, и Ногай, и Астрахани, и всех остальных, в принципе, да, мест проживания современных ногайцев. Это есть тоже в свободном доступе, это у нас видеозаписи есть замечательные Юлдаша Мухаммадовича Юсупова, кандидата исторических наук, который занимается именно, да, исследованием ДНК тюркских народов и не только тюркских. То есть все это доступно. Но вот даже если это говорить, да, вот ты сейчас сам затронул, ага, и касательно ногайских эпических произведений, да, вот давайте возьмем Шорабатор, да, в Шорабаторе что говорится? Тол Крым көп ногай. То есть весь наполненный Крым, большинство ногаев. Возьмем ногайский эпос Адиль Султан, да, Адиль Султан, кому он посвящен? Адиль Гирею, ногайскому, ну, крымско-татарскому хану, который был ногайским правителем. Возьмем титулы, да, титулы наших, я говорю, наших ханов, да, Гиреев. Почему наших? Потому что мы ногайцы-карагаши, мы потомки Кубанской Орды, а Кубанская Орда и Малый Ногай – это все вассальные владения по отношению к Крыму. Султаны гиреевские, они на Кубани правили, вот.
одно из названий предков нагайских кургашей — салтанаульцы. То есть те, кто, у кого правили султаны, они совместно с мурзами, да, то есть мурзы, можно сказать, для легитимизации своей власти их использовали в хорошем смысле этого слова, да, то есть, ну, вот это переплетение, оно очень-очень-очень тесное, очень тесное, вот, и генетически, и исторически, и посмотрим, например, айконимы Степного Крыма, да, там что, какие у нас встречаются, да, имена Буюк, Ас, Кучук, Ас. Практически все ногайские племена там встречаются, не просто встречаются, там ги, вот, которые у юртовских ногаев, да, например, сохранились, и у нас тоже, да, практически все имеются полное соответствие. Но могут нам возразить, сказать, что у всех степняков там ги похожие, рода похожие, но я же говорю, тут еще и генетика, и общее имя. Ведь не случайно, да, есть самая знаменитая, самая популярная песня крымско-татарская, замечательная, Дилавера Османова, которая звучит как «Ногай бетлер». «Айди сены сайта имау, ногай бетн, джерлаган сон» и так далее. То есть, ну, все наши песни ногайские тоже начинаются «Айди сены сайта им». То есть связь это очень тесная. Вопрос теперь другой, да, вопрос в чем? Так в чем же тогда разница, да? Да-да-да, в чем разница? В чем разница? Разница в том, что сейчас исторически так сложилось, крымские татары используют вот именно вот этот, вернее, вот это вот название, именно татар, крымские татары. Оно вот имеет право на существование? Но на самом деле оно имеет право на существование, я сейчас объясню почему. Дело в том, что в исторических разного рода, да, европейских и прочих, в принципе, арабо-мусульманских источниках, обычно слово татар, оно употребляется ко всем ордынцам, да, то есть это наше внешнее имя, то есть и нас тоже астраханские татары называли, ногайцев всех называли ногайские татары, кубанских ногайцев кубанские татары, да, и так далее, то есть это один момент, да, то есть это внешнее имя, которое не является собственным именем, вроде как, но здесь есть отличие, да, если для нас, например, для астраханских ногайцев, слово татар, да, оно сразу дает такую, да, отсылку к Казани, потому что, да, в 30-е годы 20 века нас, ну, начиная с конца 20-х и 30-ми годами обучали на татарском языке, вот, таким образом, да, такая вот интересная система сложилась, это у нас в Астрахани, да, то вот у них, у крымских татар, нету такой отсылки. И вот, что немаловажно, в ярлыках крымских ханов используется слово «татар» и слово «ногай». То есть для крымских татар, если для нас это было официальное название со стороны русской администрации, то для крымских татар это именно название со стороны османской, да, османского государства, османского деулета. Вот это слово «татар», оно имело вот такое значение. Это один момент. И надо сказать, что много историков свидетельств, да, сохранилось о том, что имя «татар» как собственное название не воспринимали. Но оно было официальным. Вот. Если посмотреть, кстати, Абдул-Гафар Карами, это источник, относимый к 18 веку, там слово «татар», оно используется параллельно со словом «узбек». И там видно, что слово «татар» — это, да, Татарстан, «татар» — это как бы официальное имя. Наряду с ним используется слово «узбек». Вот. И другой момент, немаловажный, дело в том, что во всех, сейчас, например, официальных документах крымские татары указаны именно как крымские татары. И когда мы говорим «крымские татары», надо вот... Очень важно понять, что это не, как сказать, это не абсолютно моноэтничное, да, такое образование изначально, потому что крымские татары сейчас на данном этапе, да, с 18 века, несколько ранее, это слово стало употребляться не только по отношению к степнякам ногаям, да, но еще и к так называемым даглы или татам, да, жителям гор, и жителям южнобережья Крыма, да, которая, в принципе, относилась к Османской империи, а потом оно, в принципе, да, объединилось воедино. Это еще и потомки венецианцев, это потомки греков-урумов, которые приняли ислам, да, в период Крымского ханства, и они как бы воедино соединились.
Вот. Еще в начале 20 века, так скажем, можно было провести четкую границу и в языке, и в обычаях, да, этнически. Сейчас на данном этапе, вот именно последние 3 века, крымские татары стало подразумевать не только ногаев, но еще и татов, и елабойцев. И поэтому сейчас уже на данном этапе нужно, да, различать. Если мы говорим о степняках, ногаях Крыма, то, конечно, в нашем отношении это, ну, очень близки, если правильно сказать, даже мы одно целое. Вот. Но именно события 20 века, вот эта депортация, да, вот эти вот многочисленные катаклизмы, они привели к тому, что сейчас вот такой, да, бренд, такое имя официальное, как крымские татары, оно, как сказать, оно оно закреплено за ними, и непозволительно сейчас им от него отказаться. Так, давай тогда сделаем предварительный итог. Крымские татары имеют право называться крымскими татарами исторически. Это первый вывод. Да. Второй вывод получается, что если они отказываются от своего имени крымский татарин, вся вот эта вот их современная история, там, не знаю, ну, множество вещей, которые их связывают, это провисает, как бы, получается, правильно? Да. Вот. Да. Вот. Надо сказать, что крымские татары, извини, перебью, крымские татары – это не только и не столько этнический, да, такой, так скажем, проект, сколько это еще и проект политический. В каком плане? Крымские татары – это политическая нация, да, то есть это жители Крымского полуострова, потомки Крымского ханства, да, и вот в этом отношении крымские татары – это не всегда равнозначные ногаи, за счет того, что там есть, да, другие 2 субэтноса, я уже упомянул, елабойцы, да, и елабойлю, и таты. И если мы будем, да, мы слышим крымский татарин, мы сразу начинаем говорить, эй, это ногай, в отношении них это будет абсолютно неправильно, это не ногай. Да, это вот близкий нам народ. У меня вот следующий вопрос по этому поводу получается. Вот ты, как бы мы не хотели избежать политики, да, история это, в принципе, политика опрокинутого в прошлое, как выражается постоянно у нас уважаемый Савромат, Савромат Беев его называю. Вот сейчас, смотри, ситуация сложилась такая, что какое-то ревностное отношение к общей истории, то есть ногайцы активно называют ногаями крымских татар, это, ну, многим из них, часть из них как минимум обидно получается. Как нам сейчас делать? Вот, не знаю, как бы основные тезисы, что ли, вырази. Вот как тут сейчас вот повести нам политику в отношении крымских татар, чтобы и не спугнуть, и чтобы, ну, я не знаю, как спугнуть, это может даже некрасивое слово, может быть, а как бы объединиться, что ли, в каком-то общем вакууме. Очень хорошее слово ты сказал, объединиться, объединиться, да. Вот для того, чтобы объединиться, мы должны, да, понять наших братьев крымских татар, да, мы не прошли того, чего прошли они, в том плане, что вот именно депортацию, да, мы не прошли тех, да, очень долгого возвращения. Депортация, да, не только для них, да, для нашего братского народа, карачаевского, балкарского и многих других, да, наших соседей по Северному Кавказу, родственных и неродственных, да, но близких нам по религии народов, там, ингушские, чеченские, и так далее. Да. Для них, для всех, для турков, месхетинцев, для них, для всех это огромная, абсолютно огромная такая веха, которую, ну, просто мы не в состоянии, да, осознать. Можно ли прийти нам со своим уставом в чужой монастырь? Ну, нет, нельзя, да? Если, как показывает практика, да, я почему считаю, я имею моральное право говорить на эту тему, не потому что я, да, там, себя считаю каким-то, да, там, общественным деятелем или лидером. Этого всего на самом деле уже нет, да, я стараюсь заниматься исключительно наукой и так далее, но, безусловно, я переживаю за эти отношения. Дело в том, что мы приглашали Айдер Анжа Булатова в гости, автора книги, да, «Ногаи и крымские татары», «Степные крымские татары», «Ногаи». Вот, да, вот эта книга, автор монографии. Мы приглашали сюда недавно, да, Эльвиру Кемаль. Я общаюсь очень долго с Венерой Тата Абибулаева. У нас есть такое обращение, кстати, у астраханских ногайцев Тата, Татам. Точно такое же в Крыму обращение. Мы джокаем, они там джокают, крымские ногай. Это, к слову, насколько мы близки. Так вот, общаясь с ними, я понял одну очень важную вещь. Нам,
Ногаем. Хотелось бы, чтобы, да, крымский Ногай себя назвали Ногаями, но сейчас, да и в принципе в будущем, нам это не дает никаких дивидендов, не дает никаких дивидендов этого им. Да, а это приносит в наши отношения некую рознь. Вот. Дело в том, что как ты ни назови, суть от этого не поменяется. Степняки Крыма, которые есть настоящие Ногаи, это наши единокровные, это плоть от плоти. Как бы они ни пытались, да, забыть о своих корнях, мы им не дадим. С другой стороны, как бы мы ни старались, да, запишитесь ногайцами им кричать, ну, это никак, никакого конструктива нам не даст, да, не даст. А почему бы не использовать уже, да, это для нас, да, я имею в виду, для астраханских ногайцев слово татарин, да, оно сразу отрубает, да, от своих корней, потому что для нас татарин означает татаризацию, да, это имеется в виду при всем уважении близкому нам, да, казанско-татарскому народу, да, с богатой историей, да, с литературой, это все не наше. У них совсем другая ситуация. Так вот, почему бы нам не использовать схему, которую использует уже, да, братский карачаевско-балкарский народ? Карачай-Малкар, Алан-Халка, они говорят. То есть это фактически один народ под двумя разными названиями, да? Названия разные, народ один. Есть, опять-таки, братский, тюркский, азербайджанский народ по крови нам, да, по культуре, как жители Северного Кавказа, да, и турецкий народ. Как они говорят о себе? Да. Два государства, народ один. Почему? Совершенно очевидно, да, что вот эти близкие, культурные, да, там и прочие связи позволяют говорить о них как об одном народе. Карачаевцу понять балкарца, балкарцу карачаевца не составляет никакого труда. Я вот с совершенно небольшой практикой очень быстро начал легко понимать не то, что степной крымско-татарский, который ногайский, да, свой, близкий, да, но и язык елыбойский, язык так называемый татский, то есть это та норма, которую вел Исмаил Бей Гаспринский, с которым, кстати, тесно общался, да, и поддерживал русские отношения, и Абдурахман Исмаилович Умеров, ногайский просветитель Астрахани, да, вот. То есть, на самом деле, мы не отстоим друг от друга настолько далеко, чтобы не понимать друг друга. А поняв крымско-татарскую речь, легко и на турецкую, да, понять. И на самом деле, большинство крымских татар и в Румынии, и в Турции, и в других, да, местах проживания составляет именно степняки Ногай. Вот. И поэтому, я же говорю, когда мы начинаем чего-то от них требовать, да, и так далее, ну, мы просто, так скажем, рушим вот эти, да, отношения. Тот, кто Ногай, он и есть Ногай, он от никуда от этого не денется. Учитывая нынешнюю ситуацию, да, мы должны научиться понимать их. Вот мне кажется, самый правильный подход будет, если мы будем говорить именно так, да, бурхалк. Если мы категорически не принимаем слово «бурхалк», когда речь идет, да, о братском казахском народе или татарском народе, то что они достаточно далеко культурно отстоят, и, ну, не настолько далеко, чтобы не быть близкими, но не настолько, да, чтобы быть одним народом, да, вот. Потому что там это Средняя Азия, да, это там, допустим, Поволжье, да, там смыкаемое с финно-уграми и так далее. У нас немножко другой, да, кластер. Вроде бы как и степной, но, например, северокавказский, который здесь в Астрахани тоже он чувствуется. Вот. А с крымскими татарами немножко другая ситуация, да, то есть, которая фактически, да, вот, позволяет говорить о том, что, ну, стоило переселиться в Крым, и становились крымские татары. Стоило переселиться на Кубань, посмотрите, да, аул Нижний Мансурский, Верхний Мансурский, Ногайский князь Салиби Сиринов. Сиринов – это ширины, пожалуйста. То есть, опять-таки, да, речь шла о СЖУ, тогда род СЖУ, Мурзы Сыжуутские в Крыму, князья Сыжуутские, и род СЖУ у ногайцев Карагаше или у Кованши, да, Кованши. То есть, ну, там такой непроницаемой грани нету. От того, что мы будем говорить крымские татары, мы, я же говорю, ничего не теряем. Потому что речь идет об одном и том же народе. Вот. Да. Если вопрос...
Да. Попробуем сформулировать как бы в короткой фразе, что ли, типа такого. Вот если у азербайджанцев и турков получается дермлет и кадаулет, у нас немножко не совпадает. Почему? Потому что мы в одном государстве, альхамдулиллях, живем. Значит, получается дермлет и к, как по-русски говорят, нация. Нация – это какое-то современное слово, в принципе. Вот. Дело в том, я что бы так сказал, то, что бурхалк. Бурхалк и эко-эсэм. Да? Эко-эсэм, эко-ад. Эсэм – это... А, и два названия ты имеешь в виду. Да, два разных названия, один народ, да. Суть, ну, прежде всего, вот таким образом подается, да. И здесь, как сказать, очень важно здесь понять, что если между нами, между крымскими татарами и ногайцами, да, стоит вот этот вопрос, как называться, и не дает нам нормально общаться, то я думаю, его не стоит подымать просто. Не стоит, чтобы не было между нами розни. Не стоит не потому, что, да, там, например, мы от чего-то отказываемся. Мы же ногаи, мы и есть ногаи, как бы мы никуда не деваемся. На самом деле, опять-таки, в ярлыках крымских ханов слово татары и ногаи – это взаимозаменяемые. Нас тоже татарами называли, да. В данном случае, я же говорю, есть определенная норма литературная крымско-татарского языка. Причем есть еще, да, и произведения Номан Челебиджи хана, Амди Гирайбай, да, для нас эти имена, ну, на самом деле, к сожалению, некоторые части из ногайской молодежи не знают, но я вот читая, ну, невозможно попросту, ну, невозможно, так скажем, далеко от этого отстать. Если нам, так скажем, да, вот, если вот это, мы этих особенностей не понимаем и не хотим понимать, и из-за этого между нами стоит такая-то стена, мне кажется, не стоит тогда и вопрос поднимать таким образом, да, и нужно понять наших, я же говорю, наших братьев, крымских татар, наших ногаев, которые в Крыму, вот. И немаловажно здесь, что необходимо для нас во главе угла ставить не наши какие, да, кто кого перепишет численность, вот, а именно нормальные братские отношения. Вот эти особенности, которые есть у крымских ногаев, да, которые и делают их неотъемлемой частью крымско-татарского народа, вот, мы эти особенности должны уважать. Вот. И, соответственно, различные встречные вот эти, как сказать, комментарии, что ли, или статьи даже бывают целые, что со стороны крымских татар, что со стороны ногаев, которые агрессивно пытаются друг друга там отдавать. Сказать, что вот крымские татары говорят, ногайцев у нас менее 15%, я читал недавно такую статью. Или ногайцы говорят, да вы что там, да вы вообще не имеете права там. Ногайцы были этими самыми главными так всегда. И сейчас тоже будут самыми главными. Это две как бы крайности, которых нам нужно избегать. Да, правильно? Да, все верно. Абсолютно верно, да. Сейчас вот очень важно понять одну такую вещь. Да, то, что вот эти попытка перетягивания одеяла, да, она на самом деле неконструктивная. Эти попытки неконструктивны, они не ведут ни к какому плодотворному отношению. Это только отталкивает от нас, да, это отталкивает от нас, наших братьев крымских татар. Вот, и в свою очередь создает негативный образ ногайцев, да. Сейчас, я думаю, вот наш сегодняшний эфир, да, стрим, он актуален будет даже не столько для крымско-татарского народа, сколько для нашего собственного народа, да. То, что вот с нашим, да, вот, пониманием вещей мы не можем к ним туда пойти, да. Мы должны научиться коммуницировать, взаимодействовать нормально. Мы должны научиться понимать друг друга, а не навязывать, да, не навязывать. Какую-то точку зрения. Вот я тоже вот пример приведу, сейчас немножко отвлекусь, со сюртовскими ногайцами. Да, сейчас вот, мне кажется, имеет смысл привести такой пример. Вот 30 лет существует, ну, имеется в виду в последнее время, движение, да, за возрождение ногайской идентичности. Мы-то знали, что мы ногаи, есть документы многочисленные, да, слово ногай, да, там, рукописи, где слово «ногай» употребляется, да, но так получилось, что нас записали татарами, и вот сейчас вот это, ну, я уже повторяюсь, возродилось, но
Что интересно, да, здесь у нас живут представители нагайцев Северного Кавказа, да, наши братья. Вот. Я конкретно сам, да, не секрет, у меня супруга, я Тереклинский Кью. Вот. Суть в том, что все равно нас в должной степени не в состоянии до конца понять, пока вот с нами не пожили, и то все равно, чтобы нашу вот эту местную проблематику как-то, да, осознать, понять и правильно действовать, нужны сами мы. И вот именно юртовские нагайцы, то же самое, мы, нагайцы Карагаши, я много, да, за свою жизнь сталкивался с юртовскими нагайцами. Я пытался им объяснить, что, ну вы какие вы татары, вы в зеркало-то посмотритесь, как говорится, посчитайте не Небольсина, да, ну, у вас и язык, да, вы все равно же на нагайском разговаривать. И все бесполезно, все было без толку. Пока сами они, да, в том числе, да, вот наш Амир Дамирович Мусаев знаменитый, в хорошем смысле этого слова, да, пока они сами не начали это движение, ни к чему не пошло. Почему здесь суть, да, и это так, потому что мы не в состоянии их самих понять, они сами должны решать, да, у себя дома свои, допустим, внутренние проблемы, вот. И эта ситуация, опять-таки, да, вот переносить то, что вот нас здесь записали татарами, переносить на Крым нельзя. Потому что для них крымский татарин, да, это не как для нас, да, когда нас называют татарами астраханских, да, мы сразу, да, вспоминаем, как наши старики пели там песни на казанско-татарском, потому что их в школе учили, да, там они, интересно, пишут на ногайском, вернее, читают на ногайском, пишут на татарском, потому что их так научили, да, там и так далее. А здесь совсем другая ситуация. Это не казанские татары, да, богатые, на самом деле я считаю, что богатая культура у казанских татар, я ничего не говорю, хотя это не наша культура, да, но вот эту ситуацию, то, что вот татарами вас назвали же в Астрахани, а вы стали себя нагайцами называть, эту ситуацию никак нельзя зеркалить с ситуацией с крымскими татарами, потому что там есть определенный собственный бренд, да, своя история, это Крымское ханство, хотя оно, ну, практически мы все имеем отношение к Крымскому ханству, да, мы потомки Мало-Ногая. Вот. Мы вообще все ногайцы, в принципе, когда-то в Крыму жили и вышли по преданиям, по Щежире, да. Тем не менее, да, вот я же говорю, мы не имеем права морального, как сказать, пойти сейчас и, да, и что-то там навязать и так далее. Вот. И я, вот, я же говорю, понял из общения, что вот это имя «Крымские татары», оно исторически указывает на них. По сути дела, в данном случае это та ветвь, да, та ветвь ногаев, которая вот жила в Крымском ханстве, да, это же не только мансуры, которые пришли из Большой Орды, это не только те, которые потом впоследствии переселялись, а те, которые ранее, да, там есть определенные особенности. Да, это те, которые когда-то, да, с Ногаем там, да, находились. Это фактически половцы, вообще кодекс Куманикус был записан в Крым. Вот эта ветвь, у нее особенности есть свои. В культуре, в языке, да, там, в обычных традициях. Хотя вот это обычай, целование руки, подношение к колбу, да, он у нас общий, у всех ногайцев практически. Что у них и обычай ношения папахи, да. Ну, в общем, суть, я к чему веду. Вот эти вот особенности, они как раз-таки, да, закрепляются за счет того, что они говорят, что мы крымские татары. Хорошо. Я тебя понял, но даже хочу немножко даже, может быть, как оформить, что ли, по-своему, свою обертку немножко дать. Это получается как зарождающийся ногайский проект, что ли, типа такого. То есть ногайский проект дает дышать каждому. Типа вот как мы вот уже много лет утверждаем, что карагашский язык, юртовский язык, даже кубанский диалект, который вроде бы казалось бы тоже ногайский, но свои особенности имеет право на сохранение. Так же, как некоторые деятели, которые принадлежат чисто, допустим, астраханским ногаям, там, отдельно юртовским, отдельно карагашским, допустим, бывает такое тоже, правильно? Это все наше общее и одновременно конкретно отдельно их получается. Вот, то есть наш ногайский проект, который зарождается, который даже словами уже еще не описан, возможно, да, дает каждому жить, процветать и одновременно чувствовать себя частью большого ногайского или, там, не знаю, общеногайского континуума.
Да, вот ты очень правильно, я считаю, да, затронул эту тему. Мне как раз захотелось сказать, есть ногайцы, как народ, да, это мы, непосредственно. А есть ногайский континуум, да. Ногайский континуум, вот это термин, который предложил Юлдаш Мухаммадович Юсупов. Это представитель организации общественников, деятелей науки и культуры Тюрки России. Вот он предложил этот термин «ногайский континуум». То есть, что это такое? Да, континуум – это нечто, да, распространенное, так скажем. Да, здесь это теория, так скажем, распространения. Вот есть такое понятие – аварский континуум. Сейчас речь не идет о аварцах, да, тоже нам братский по исламу народ. Да, речь не идет, здесь именно речь идет о аварах, древних тюрках, да? Или, например, такое понятие есть, как хазарский континуум и так далее, да? То есть это народы, которые вступали с ногаями, да, ногайской орды. На самом деле этноним ногай, он был общий не только же для ногайской орды, но еще и для большой орды, и опять-таки для части, да, вот, и для крымского ханства, и для сибирского ханства, да? Есть ногаи как народ, а есть ногаи в каком? В другом понятии, да, то есть это политоним. Есть такое, опять-таки, понятие, как туркмены ногайской орды. Вот есть ставропольские туркмены, астраханские туркмены, да, это братский, близкий народ. Мало кто знает, что они входили в ногайскую орду. При этом они не были ногайцами, они были туркменами. Какая-то часть, да, стала родом туркмен, да, в составе ногайцев. Да, на Кубани туркмену, да, то есть это уже ногайцы, да. А есть те, кто сохранили именно туркменскую идентичность, но при этом они входили в ногайскую орду, да. Есть род ногай в составе узбеков, да, ногай-хыпчак. То есть это те, кто когда-то, да, там от ногайцев переселился. Сейчас это уже узбеки, называть их ногайцами неправильно. Но они же имеют отношение к этой истории, да. Однозначно имеет, корни общие. Давайте посмотрим на кыргызов, да, вот Манас, Мажмуат Товарих, он служил ногаю, да, и в некоторых версиях деда звали Сару Ногой, хотя, по сути, да, вот Мажмуат Товарих наиболее, так скажем, близкая к историческим источникам на тот момент, вот, она как раз позволяет говорить, что это некий, как раз-таки, да, такое вот, некое такое, да, политическое взаимодействие было. Давайте посмотрим, опять-таки, да, на сибирских татар. Сибирские татары – это самостоятельный народ, хотя еще в начале 20 века определенная часть себя называл ногай. Но есть особый язык свой, сибирско-татарский, который они, да, смогли зафиксировать именно, да, в научном плане. Вот. Есть особенности, то есть местный субстрат, который на тот момент был, они смогли, так скажем, вот, в ордынский период объединиться с кипчаками и так далее. И получились, да, плюс еще и ногайцы и так далее, получились современные сибирские татары. То есть сибирские татары и ногайцы – это не всегда равно на самом деле. Вот. То же самое, да, например, башкиры. Башкиры в этническом отношении – это отдельный народ, но в политическом отношении они входили в ногайскую орду. Какой-то период младший ЖУС входил, да, казахский, в ногайскую орду. Но опять-таки, я же говорю, нельзя поставить знак равно между ногайцами и казахами. Да. Я вот такая мысль пришла. Нельзя ли термин ногайлы применить к этому делу? Ну, если сейчас речь идет об этом термине, уже, да, дело в том, что хороший анализ провел Ахмед Аминович Ерлыкапов этого термина, да, Мурат России Зыргишиев ввел этот термин, там речь идет об едином народе. Вот что, да, в Золотой Орде был единый народ, а да, вот, да, а потом уже, типа, да, прошло такое тяжелое разделение и так далее, да. Я считаю, что эта концепция неверна. Это моя точка зрения. Почему я так считаю? Потому что концепция единого народа, она не подтверждается ни генетически, ни на уровне, допустим, этнографии. То, что вот возьмите, да, этнографию астраханских ногайцев и астраханских казахов. Астраханские казахи – это потомки маршу-жуза. По языку, ну, различий довольно много сейчас, при том, что мы бок о бок живем.
генетика разная, да, я чисто для примера, навскидку, я могу очень долго над этим говорить, сейчас не место и не время, кому интересно, я предлагаю обращаться к уже готовым, да, выступлениям, которые у меня были на круглых столах, по этой, ну, вот, да, близкой тематике. Вот. Суть в том, что вот этот термин новеллы, да, он сейчас, вот, опять-таки, вспомним, да, Ильяс Есенберлин, его трилогию «Кочевники», там его трилогия «Золотая орда», этот термин новеллы, он как бы не вполне адекватно позволяет взглянуть на ногайскую историю. Новый смысл просто надо вложить в него, получается, да? Я считаю, что уже единожды использованная вещь, да, чтобы неправильно, да, не понимали, сейчас на данном этапе не получится ее использовать. Да, это приведет к плачевным последствиям. Дело в том, что вот мы, астраханские ногайцы, живем бок о бок с братским казахским народом. На самом деле у нас очень много смешанных браков. Да, у меня тоже родня есть среди казахов. И во мне течет и казахская, и татарская кровь, да, мещерская. Вот. Но при этом, да, мы четко отличаемся. Да, в каком плане? Не то, что кто-то лучше, хуже. Все абсолютно равны, не секрет. Да? То есть, здесь дело в другом, что... Есть разница, да, то есть этнически мы именно ногайцы, бозногайлар. Мы ногаи, да, а остальные народы, они, входя в ногайскую орду, не стали нам единосущными. Это очень важный момент. Давай тогда не будем затягивать это дело. Я абсолютно правильно понял. Сейчас просто я задел твою больную тему, я так понял. Больная тема, да. Когда пытается сказать Бырхалк, вот в отношении, например, братского казахского или братского татарского народов, да, ну, на самом деле тема больная, потому что вот как раз что это для нас означает? Это означает ассимиляцию и исчезновение, да? Да. Вот. Поэтому, да. Не только поэтому, но и в том числе и по многим причинам, но и в том числе и по этой, мы не можем себе позволить такой роскоши говорить, что мы единосущны с казахами, с татарами, потому что есть определенные различия, да, вот. И генетические, да, опять-таки я не говорю, что кто-то лучше, хуже, это не об этом. Да, все генетические линии, на самом деле, они сходятся к одному предку по мужской линии, по одному предку по женской линии, да, это еще 80-е годы журнал Newsweek выдал. Речь просто идет о том, что вот сейчас вот возьмите, да, украинца и назовите русским, посмотрите на реакцию. Вот, да, хотя они очень близкие. То же самое и с нами, но вот, мне кажется, здесь это вот в таком плане. И здесь как раз чем отличается идея ногайского континуума от идеи, да, новеллы, вот единый народ, который разделился. Если что-то единое, его нужно опять, допустим, да, оно подразумевает, что вот искусственно разделили, надо объединиться. И это открывает ворота к тому, чтобы мы полностью, да, я же говорю, чтобы мы ассимилировались. То есть вот эта вот граница, да, она исчезла. Претендовали на крымских татар, на казахов, там, на всех подряд. Ну да. Вот в отношении крымских татар, учитывая, да, вот именно, особенно мы когда говорим о степных, да, крымских татарах, о ногаях, такая формула, она, в принципе, она позволительна. Вот. Почему? Потому что там можно говорить об единосущности. Они же сами себя ногай называют. Покажите мне того казаха, кто себя ногаем называет, исключая представителей рода ногайзак. Вот. Никто так не будет говорить, потому что он твердо... Вот возьмите адайцев, да, вот, маршижус, да, кшижус. Как они говорят? Мен адайман, мен казахпанды. То есть они твердо знают, что они казахи. Более того, в моем окружении, вот мои родственники, друзья, одноклассники, они твердо себя именно как казахи осознают. Для них казахский язык родной язык, да, для них казахская культура родная. И когда я к ним приду и скажу, эй, вы ногай, какая разница? Они будут возмущаться. Странно, но вот они хотят, они возмущаются, если я их ногаем назову, да? Но когда они меня хотят, да, я не про них конкретно говорю, но кто-то из них, например, захочет меня назвать казахом, они удивляются, почему возмущаюсь я. Ну, да. То же самое, да. Сибирская татарка ученая, как мне говорила, я там говорил, ой, среди сибирских татар очень много ногаев там, да? Может, вы вообще полностью ногая? Она мне сказала, дой, достал ты меня, то есть не я конкретно достал, а такие разговоры со стороны татаристов достали. Говорит, и ты еще будешь влезать. Да, да, да.
едва отбились, да, от некоторых определенных деятелей из Казани, и тут вы, да, нарисовались, да. Это Гульсифа Токиулна, да. Вот именно, да, мне кажется, вот эта вот попытка всех превратить в себя и так далее, да, она, я же говорю, до добра не доводит. Это и с крымскими татарами так, и с многими другими. Вот именно вот эта концепция, мне кажется, да, ногайский континуум, пускай будет тюркский континуум, если кто-то думает, что опять мы здесь Ногаев пытаемся возвеличить выше всех остальных, да. Вот именно эта концепция, именно, да, равные среди равных. Мы разные, но мы равные. Мы не насущные, но мы братские, близкие народы, да? Пусть у нас общие проблемы, да, 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 да. Пусть расцветают все цветы. Это единственная возможная, допустим, концепция, не только в отношении тюрок, в отношении, опять-таки, да, страны, в которой мы живем, нашей страны, Российской Федерации, тоже народы разные, но они должны быть равные, да, они равные. Если вдруг... Да-да-да. Я думаю, что надо завершать уже. Время у нас как бы-то уже много прошло. Мне очень понравился этот разговор. Дело в том, что обычный нормальный новый, обычный средний новый, да, он тоже наслушается, начитается там до сюда, он не перекидывает оттуда современное положение, то есть разницу не чувствует между современным положением и прошлым положением, к примеру. Аналоги проводят и пошел в атаку, как танк. Ну, на самом деле, это этим делом он приносит вред своему же ногайскому народу, по идее. Вот. Я лично это понял. Ты просто разложил все мои знания, которые у меня были, по полочкам. Надеюсь, иншаллах, наш народ, это, в первую очередь, наш народ это дело поймет. Но я думаю, какой-то частью это видео и послание крымским татарам то же самое. Я думаю. Да, конечно. Саул Рамильян. Аллах разобосан. Я надеюсь, да. Мен сенемен у пайдалы болот деп. Көп сау болыңыз, шақырғаныңызға. Алла ярдам етсін, еткен құлықтарыңызда. Сау болыңыз, арсын. Амин алла. Ассаламу алейкум, рахматулла. Ассаламу рахматулла.